Доброго дня! Я рада вітати всіх глядачів програми «Я тут живу». Ми повернулися до нашого звичного формату, ну і принаймні до нового року будемо у ньому спілкуватися. Я запрошую вас до тих тем, до тих матеріалів, які ми підготували для цього випуску програми «Я тут живу». І розпочинаємо ми з події, яка сталася теплими осінніми днями на Миколаївській землі. Миколаївщина вкотре вже прийняла німців, етнічних німців, зі всієї нашої країни. Німецькі кірхи. Такою стала тема пленеру, що зібрав цих митців. Художники, як професійні, так і аматори, мали можливість демонструвати свої таланти і вдосконалювати вміння. Зібралися вони на Очаківській землі, і знову вкотре база імені Судковського стала їх притулком на ці кілька днів, і місцеві краєвиди надихали на творчість. Цього року семінар «Пленер» відзначив ювілей. Він відбувся в 10-й раз. 10 років тому у його витоків стояли віце-президент Асоціації німців України Ангеліна Шарт і директор Миколаївського обласного художнього музею Сергій Росляков. Ще в кінці 80-х років, тобто ще при существуванні Совєтського Союзу, мене заинтересовала история колонизации Северного Причерноморья последнего времени. А последнее время это как раз вот 18-19 столетия, когда вот в этой колонизации приняли участие и переселенцы, колонисты из Германии. Довольно много. Я, значит, заинтересовался этой темой, даже выступал пару раз по радио и пару статей написал в нашей прессе Миколаївській. Ну, от, мабуть, оттуда все це йде. Сьогоднішній пленер зібрав етнічних німців зі всієї України, без перебільшення. І це також можна вважати показником його якості і важливості. Це представники Миколаєва, це представники Макіївки, Донецька, Полтави, Харкова, Києва. Что я еще по Черновцы, да, Белая Церковь, вот такой вот такая вот биография. А Крым, Евпатория. Семінар «Пленер. Зустріч поколінь художників етнічних німців України» – проєкт унікальний по своїй суті. Це відзначають не тільки учасники і організатори. Этот проект уникален с того плана, что он, во-первых, имеет уже почти 10-летний опыт проведения. Да? То есть сформировалась база данных не только участников проекта, но и тех людей, которые выступают в роли референтов, в роли галеристов, которые делятся своими наработками. И для нас это действительно очень важно. Можно сказать, что проект для нас это действительно уникальный, несмотря на то, что в разных регионах Украины можно делать пленеры, и мы ставим перед собой задачу написать картины и о волынских немцах, и о галицких немцах, и о буковинских, и о бессарабских, и о причерноморских, но не секрет в том, что в Николаеве есть особая школа, есть масса художников, которые выступают в роли экспертов, которые рассказывают не только, как правильно рисовать, но и как экспонировать свои работы, каким образом сотрудничать с галереями, каким образом лучше оформлять работу. Этот опыт очень полезен не только маститым художникам, но и молодым начинающим художникам, которые посещают из года в год разные пленеры. Нет никакой конкуренции, что свойственно художникам, особенно пленеры, когда проходят по одному уровню, допустим, мастера. Ну, я с творческими людьми работаю часто, каждый представляет именно свое направление. Здесь вот именно творческая атмосфера, может быть, это сакральная земля немцев, Причерноморья наша, которую, ну, не отличается какими-то супер такими бытовыми условиями, но самое лучшее для нас это безумно, это чистый воздух. Это девственная природа, это море, это солнце, это остров Шмидта, это лиман, это эти лодочки, разбитые корабли, которые для художников создают такой вот эмоциональный настрой, причем видение света, видение, ну, совершенно вот то, что простой человек может прийти и подумать, ну, какой-то кустик, для него это счастье, для него это вдохновение для определенных работ. Незвичність семінару пленеру не тільки в тому, що він єдиний такий на теренах України. Не тільки в тому, що має таке довге і плідне життя, а й в його змісті. Організатори і засновники вирішили не зупинятися просто на самій роботі на пленері. По-перше, публіка дуже різнообразна. Я вже говорив, що
Здесь присутствуют и профессионалы довольно высокого уровня. Здесь присутствуют начинающие, молодые художники. Здесь присутствуют просто любители. Даже есть такие, кто вот, ну вот любит человек рисовать. Вот он всю жизнь не мог, служил в армии, значит, ну рисовал, 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 и вот попал. Но они объединены, во-первых, тем, что они действительно этнические немцы. Раз. Во-вторых, тем, что они хотят знать больше. Они хотят знать больше о том, кто были их бабушки, дедушки, что они тут делали, что они тут оказались, откуда они вышли, из каких земель германских и так далее. Мы создали именно и назвали его «Встреча поколений», потому как не по признаку мастерства создавался этот проект, а по признаку объединения и обучения. Он и называется не просто пленэр, а семинар. Потому как, если вы посмотрите насыщенность нашего дня, первая половина дня – это пленэр, вторая половина дня – это уже идет мастер-класс по рисунку. Это и акварель, который вел Горбачев, и это рисунок Малинкина вела. Базовый цикл лекций по истории искусств в течение 10 лет ведет Сергей Николаевич Росляков, который дает очень большой именно вот такой базовый обучающий уровень. Плюс ко всему, вы знаете, ту школу, которую получают здесь молодежь, а если вы пройдете, вы увидите, что 40% нашего проекта – это молодые люди. Обновляются люди, приходят новые. Вот сейчас 3 новые девочки – это из Маріуполя, это вот Игорь Калинчук из Черновцов. Зрозуміло, в центрі уваги всіх учасників семінару-пленеру – ідентичність німців, які мешкають в Україні. Власне, шлях, яким українські німці йдуть до цього. Ідентичність німців України – це якраз одна із центральних тем останні роки. І ключовим моментом в цьому питанні є, звісно, німецький язик. И в рамках программы «В пользу немцев Украины» много делается для того, чтобы немецкий язык учили дети, молодежь, чтобы люди старшего поколения приобщались к этому. Кто-то, может быть, восстанавливал свои знания немецкого, те, которые когда-то, навыки языка, которые он получил в детстве от бабушек и дедушек. В этом проявляется идентичность. Но также и в работах наших художников, которые в своих работах можуть теж показати свою приналежність к цьому етносу. Учасники семінару пленеру набувають своєї ідентичності, відкривають для себе свою глибинну сутність за допомогою образотворчого мистецтва. Водночас відкривають ті шари української культури, які сформовані під впливом їх предків. Проєкт дозволяє показати обществу, показать разным слоям населения элементы немецкой культуры. Особенно в этом году проект имеет некую тематику. Это немецкие кирхи Украины. И я думаю, это будет интересно и историкам, и просто любителям живописи. И я думаю, в следующие годы проект также будет иметь другие направленности, связанные с немецкой культурой, другие тематики. Збереження своєї ідентичності, свого коріння, історії, культури. Про ці питання, про їх важливість говорити наче й не треба. Втім, життя розставило свої акценти, і це стало важливим для кожного українця. 21 століття все частіше нам нагадує про те, що планета Земля надто маленька, надто крихка. І мир такий крихкий, його треба зберігати. Сьогодні, ну, треба пам'ятати, що, наприклад, моя мама співала мені «Kleine meine Enkel schwimmen auf dem See», але батько мені співав «Ой, чий то кінь стоїть». І в мені ще й польські крові співають своїх пісень. Про це треба пам'ятати, але все-таки треба сьогодні об'єднуватися навіть не на таких засадах, як ми, громадяни України, а на тому, що ми земляни. Війни треба закінчувати. Світ такий прекрасний, крихкий прекрасний світ. Господь создав його бездоганним.
то треба насолоджуватися тим життям, яке тобі даровано, насолоджуватися тою красою, тою гармонією, яка є. І, напевно, ми своєю творчістю все ж таки намагаємося примусити людей в такі важкі часи бачити не тільки калюжі на розбитому асфальті, а і відзеркалення зірок, які посміхаються в ті калюжі. Ми намагаємося допомогти людям підняти голову і озирнутися. І, можливо, посміхнутися, як би їм складно не було, а все-таки порадіти життю і його красі. Семінар вже виховав не одне покоління художників. Власне, за 10 років це не дивно. У нас уже вылетели молодые художники, которые работают в Германии, которые работают в других странах, не только в Украине. И наш проект стал такой точкой отсчета и роста молодых художников. Среди наших метров это заслуженный художник Украины Гарри Руф, это заслуженный художник Украины Виктор Семернев, Галина Семернева, Наталья Пуголовок, ее в этом году нет. Это были и Владимир Баурс, член Союза художников. Серед цьогорічних учасників пленеру – молодий вчитель образотворчого мистецтва із Чернівців Ігор Каленчук. Він міг і не потрапити на пленер цього року. Кілька місяців тому його призвали до лав армії. Але на сході країни його було поранено. І в цій вимушеній відпустці він зміг приїхати на Миколаївщину, до моря, яке любить писати. Ігор, ви вперше приймаєте участь ось в такому пленері? Чи вперше ви спілкуєтесь у такому форматі зі своїми колегами по німецькій спільноті? Я завжди спілкуюсь на слідуючий рік, це в мене наступний рік, я був минулого року першого разу. Хоча до цього іменно в нас в Чернівцях, в нашому німецькому товаристві, я там до того брав активну участь, бо я навчався в Молдові сам. У мене не було можливості іменно на Україні, як тут з німецьким товариством брати участь з художниками у творчих. А так саме там активну участь брав в Чернівцях, там персональні виставки робили. Перші свої фарби Ігор Каленчук знайшов на смітнику. Йому було тільки 4 роки. Відтоді почав малювати. На першому малюнку зобразив свою батьківщину, рідне Прикарпаття. Навіть серйозне, майже професійне захоплення велосипедом, Ігор – кандидат у майстри спорту, не відволікло його від головного – творчості. Перша персональна виставка познайомила Ігоря з німцями з Чернівців. Він так пройшов свій шлях здобуття історичної батьківщини. Я просто свою персональну виставку зробив в Чернівецькому обласному музеї. В Чернівецькому обласному музеї зробив свою персональну виставку. Так і вийшло, що голова нашої організації, Шламп Олександр, він поцікавився моїм роботам, взагалі він захотів, щоб я зробив свою виставку іменно в німецькому домі. І так вже йому до того сказав, що у нас там також і в родині німці, далекі там то все. А він сказав, зробив йому ту виставку, і то вже ми просто в першу чергу все зійшлося іменно як люди, все зрозумілося. І вже там, а що до цього, я сказав, що я як і вкраїнців себе, тому що у нас і по тату всі вкраїнці, і в мене якби пополам дві ці народи і ця історія поділя, як ту і ту, я не можу себе асоціювати тільки з одним народом чи з іншим. За 10 років семінару вже зібрана чимала колекція робіт учасників. Ми наработали вже около 200 робіт, зібрано за 10 років. І от в прошлом году, такий був насичений год, було 6 виставок. Три виставки йшло одновременно, різних картин. Це Львов, Київ, Херсон, Хмельницьк, Біла церква. Тобто ми пропагандируємо, піднімаємо самооцінку німецького меншинства в Україні, так як на виставки приходить дуже багато людей, які розуміють, що навіть ті, у кого є корні німецькі, вони приходять в общество. На кінець осені, початок зими цього року вже запланована виставка по результатах пленерів. В этом году, дай бог, в декабре мы вместе с Сергеем Николаевичем хотим сделать большую выставку в музее Верещагина, потому что мы делали на 30-40 работ. Возможно, если получится, мы постараемся выставить более 100 работ, чтобы и жители нашего города, и гости были знакомы с творчеством этнических немцев Украины. Она будет очень такая, я бы сказал, отборная, изысканная. То есть это лучшие работы будут за все 10 лет. Представлены. Тут, слава богу, есть из чего выбрать. Много материала, много имен.
интересные есть работы, причем связанные и не только с элементарными вот такими вот вещами пленэрными, а есть работы тематические. Осінь для німців України – насичений подіями і заходами час. Але тепло миколаївського пленеру їх зігріватиме ще довго. І у більшості з них є бажання повернутися на цю землю. Це, я вважаю, сакральне місце. Знаєте, як кажуть, церква намолена, а це місце намальоване. Тому що це місця, де працював і ваш знаменитий земляк Сотковський. І це база Творчого союзу художників України. Напевно, вони ж не дурні були, що облюбували таке шикарне місце. По-друге, це земля дуже багата своєю історією, ну, ще з Ілінських часів. А нам дуже пощастило, що кожен пленер, ну, принаймні, другий пленер тут з нами проводить теж чудовий мешканець Миколаєва Сергій Расляков, людина залюблена в цю землю, яка дуже багато знає, багато нам розповідає. Ще одна надзвичайно важлива річ, яку для себе виносить кожен учасник семінару пленеру. Варто не боятися і розкривати себе, робити кроки до самих себе, відкриватися світу. І він відповість взаємністю. Ну, моє пожелання – максимально ефективно реалізовувати свої таланти, тому що ми всі талантливі люди, у нас дійсно є різні, дійсно дуже багато різних одарених людей, і просто багато з них іноді ліняться і не розвивають свої таланти. Я би дуже хотів, щоб як можна більше людей, молодих людей і пожилих людей, независимо від возрасту, посетили майстер-класи по живописі, майстер-класи по музиці і змогли реалізувати себе во всіх творчих направленнях і почувствувати радість творчества. Це дуже приємно. І до наступної теми нашої сьогоднішньої програми. Зараз будемо говорити про кіно. В студії керівник кіноклубу, мистецтвознавець Олександра Філоненка. Добрий день. Здравствуйте. Саш, ми вже говорили о том, що Миколаїв – это, ну, сейчас, если не столица киноманов, то, во всяком случае, место, где киноклубы получили свое некоторое развитие в этом году, достаточно широко, и слава Богу. И мы уже не в первый раз осенью присоединяемся к такому кинофестивалю, как Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Опять же, мы уже говорили в этой студии, представляли в прошлом году этот фестиваль. Но для тех, кто, может быть, впервые о нем услышал, если можно, чуть подробнее, что это? Да, в общем-то, достаточно уникальное явление этот кинофестиваль, потому что это интерактивный, единственный в мире интерактивный кинофестиваль. Но обычно мы знаем, что фестивальное кино, оно такое более сложное, отличается от того, что идет в кинотеатрах, и как бы оценивает его очень такое интеллектуальное жюри на кинофестивалях присутствующее. А это единственный фестиваль, в котором оценщиком качества фильмов являются, собственно говоря, зрители. Фестиваль идет по всему миру на основании вот как бы... Как и у нас, Николай, это произошло. Есть люди, которым хочется, чтобы этот фестиваль состоялся в их городе, да хоть и в деревне. И они, в принципе, связываются с дистрибьютором в стране или, может быть, даже с головным офисом. Я не знаю, как у него получается. У нас есть дистрибьютор в стране, который занимается распространением этой программы, это Артхаус Трафик. И, в принципе, договаривается о покупке этой программы и уже показывает у себя на местах. То есть, на самом деле, не только Николай, можно хоть, я не знаю, хоть в селе Черноморка Очаковского района его показать, если там найдутся люди, которые захотят это делать, и у них найдутся какие-то ресурсы купить эту программу. В общем, и, соответственно, где бы человек ни находился, если фестиваль проходит, в обязательном порядке там будет голосование. То есть выдается такой бюллетень для голосования, в котором, в общем, 10 фильмов представлено, стандартная программа 10 фильмов, из этих 10 нужно выбрать лучший по мнению зрителей. Недавно они добавили также номинацию «Лучший актер». Вот потому что действительно бывают иногда очень яркие такие люди в фильмах в этих сняты, что хочется как-то их отметить. Их тоже отметить. Да. Вот. То есть на самом деле уникальность фестиваля сейчас действительно в том, что это конкретно зритель. То, что зритель любит, то, что ему нравится по всему миру. В общем, они это все собирается сначала в офисах дистрибьюторов в стране, а потом отправляется, собственно говоря, в Манхэттен, где штаб-квартира этого кинофестиваля, и там обрабатывается эта информация. И через какое-то время, вот по окончании показов этого фестиваля по всему миру, мы знаем результат. Фестиваль обычно идет одну неделю, это, ну, как бы с последних выходных сентября по первые выходные октября. На самом деле немножко больше получается в этом году, они с 24-го, то есть с четверга начали показывать, и по 4-е, то есть получается 10 дней фестивальных показов. Ну, в Николаеве, поскольку наша инициатива, она бесплатная и...
в общем-то, в помещении, которое не является как таковым кинотеатром, это ДК «Молодежный», то у нас это всего лишь один показ. Во многих городах, где некоторые кинотеатры считают нужным показывать фестивальную программу, участвовать в этой мировой акции, они покупают эту программу у дистрибьюторов, и там люди, конечно, могут ходить на большее количество сеансов, у них как-то есть какой-то выбор, но в Николаеве как-то так получается, что никто этим кинофестивалем, кроме нас, не занимается. Ни один из кинотеатров эту программу не приобретает, поэтому, ну, мы, не знаю, взяли на себя такой труд или, может быть, смелость заниматься этим кинофестивалем в Николаеве. Если можно чуть подробнее о программе, в каком плане? Фестиваль короткометражного кино, документального, игровое кино. Что именно? Есть ли какие-то определенные, вот, ну, там номинация «Лучший актер», а в еще какие-то номинации, еще какие-то нюансы? Ну, на самом деле, поскольку, действительно, если у вас мировой кинофестиваль, управлять менеджмент этого фестиваля страшно сложная штука. И даже вот обработать эту информацию, представляете, какое количество все равно со всего мира приходит этого всего. И поэтому они оставили только вот эти, у них и только две номинации, лучший фильм и лучший актер. И, в принципе, это фестиваль игрового кино плюс анимации. Там нет документальных фильмов. Там может использоваться какой-то документальный материал в том смысле, что это по каким-то реальным событиям снят фильм. Вот, например, в этой программе будет представлен фильм, снятый о войне в Косово. Там будет дружба двух мальчиков с двух сторон и как им приходится справляться с ситуацией. Но это не документальный фильм, это именно как бы просто связано с историческим определенным событием. И больше никаких номинаций пока они не ввели. Вдруг, если будут появляться, может быть, как-то они будут выделять анимацию, потому что в данной программе в этом году два анимационных фильма уже представлены. Но это не всегда анимация в том смысле, как мы себе ее представляем. Вот один, ну, они могут работать, например, с какими-то предметами, просто добавлять чем-то рисованным или какими-то кукольными штуками. То есть, может, это будет какая-то компьютерная графика. То есть, на самом деле, там нет никаких таких ограничений, кроме того, что это игровое кино, какая-то придуманная история. Mm-hmm. И, в принципе, они ориентируются на профессиональный все-таки уровень. То есть, это не аматорское кино. Это все-таки люди, которые занимаются профессионально киносъемкой, режиссеры. В общем-то, часто это, конечно, молодые люди, которые только начинают. И такие фестивали – это хороший старт для них, вот как-то засветиться, показать себя. И вообще предварительно отбирается это все жюри в Нью-Йорке, в Манхэттене. То есть есть все-таки лонг-лист, да, и шорт-лист? Безусловно. И лонг-лист, он там огромный, как вы понимаете, потому что со всего мира подают, хоть из Африки, хоть, я не знаю, в Антарктиде, если бы кто-то жил, оттуда бы подавали. У них что, больше 500 фильмов в этом году было. Конечно, из Украины кто-то подается, но как-то Украина, мы 4 года занимаемся этим фестивалем, 4 года эту программу мы видим. Я до этого видела еще пару программ других, Украина и даже Россия. Нет, Россия один раз была. Россия была в 2012 году. Но вот как-то вот мы туда очень редко попадаем. В основном это Европа как-то так получается. Вот. Ну, Латинская Америка проскальзывает. Ну, как-то вот даже американцы, по-моему, ничего американского в этом году даже нет, если мне память не изменяет. Два германских фильма. На каком языке будет эти программы? Прежде они всегда делали субтитры на украинском и в оригинале показывали, но вот в этом году они продублировали это на украинском. Не знаю, хорошо это или плохо, но я как поборник того, чтобы люди знали как можно больше языков, мне бы было лучше, если бы оставали все-таки оригинальный язык, и субтитры все-таки небольшую интеллектуальную работу людям проделать никогда не повредит. Ну, для многих людей субтитры – это проблема. Они отвлекаются на чтение, не видят картинки, не видят истории. Поэтому тут уже кому как. Ну, мне приходилось слышать, что даже мюзикл «Отверженные» кто-то умудрился сделать дублированно. Ну, так это да. Филипп Киркоров что-то должен спеть, да? Ну, как он мюзикл? Я вообще не представляю себе, как можно сделать мюзикл подобным образом. Но, да, я смотрела вот этот мюзикл несколько лет назад, когда была мировая премьера. Ну, он титрованный, нормально совершенно. Вот знаете, вот в мире два типа стран. Я вот, например, была, говорила о кино, то есть была я в разных странах, но вот конкретно так получалось говорить о кино и даже видеть кино в двух странах. Это была немецкоговорящий регион Австрия, Германия и на Кипре. Вот на Кипре они никогда не дублируют, они с субтитрами дают, и люди там все шикарно говорят по-английски. Ну, по крайней мере, американский продукт они там смотрят с субтитрами. А в Германии и в Австрии это полный дубляж, даже не то, что синхронный, там слышишь чуть-чуть как-то английскую речь, что-то сопоставляешь, как вот у нас чаще всего бывает, а полностью это все стерто, это
оригинальная дорожка и на немецкий язык. То есть именно дублированный, не синхронный перевод, да, а именно дублированный. Потому что есть, да, вот. Как синхронный перевод. Я, если честно, программу не видела, это наш технический человек, Максим, он посмотрел, сказал, что вот все на украинском дублированное. Дедублированный это ли синхрон, я как-то не уточняла, завтра уже тоже увижу, потому что я программу, если честно, не видела, потому что у нас отдельный технический человек этим занимается. И, ну, я не люблю смотреть программу, если я знаю их уровень, и вот наперед, я вот люблю тоже получать первое впечатление уже на большом экране, вместе со всеми, да. А вот, вот интересно, вместе со всеми, в принципе, когда ты идешь в кинотеатр смотреть что-то, да, ты все равно идешь, ну, если там с другом или один идешь смотреть, ты остаешься один. А вот на таких просмотрах есть какое-то определенное сообщество, атмосфера в зале есть? Вы знаете, да, это одно из самых замечательных вот явлений на этих фестивалях, это то, что вот она мне напоминает немножко атмосферу киноклуба, только масштабнее, потому что, ну, у нас в киноклубе мы все как-то практически друг друга знаем, даже если кто-то не очень частый гость, но как-то ты уже его признаешь, этого человека, и больше вот расслабленность, но не в том плане того, что все едят, сидят и жуют попкорн, шелестят бумажками, как в обычных кинотеатрах, а именно вот эта расслабленность, когда это кругом свои. Вот на этих фестивалях тоже какая-то атмосфера получается. Ну, конечно, там есть достаточно большое количество людей, которые ходят в киноклуб с той или иной степенью регулярности. Но, в принципе, даже те люди, которые, в принципе, приходят на этих людей, я всех, по крайней мере, визуально знаю. Если я их не знаю, ну, как бы, по имени, не знакома лично, то они мне как-то знакомы. Вот это ощущение какого-то такой, действительно, комьюнити, какого-то сообщества, которым нравится кино. Ну, и плюс очень замечательная вот эмоциональная реакция на фильмы. Вот на фестивальных программах, я не знаю, это с первого раза, мы в 2012 году первый разделали, когда это было, люди после фильмов как-то высказывают свои эмоциональные отношения, хлопают, например. Вот, как бы, если очень понравился фильм, да, да, в кинотеатре, вот, ну, я не знаю, я вот сколько была, ну, вот что, какой-то фильм, ну, ни после чего не хлопает у нас, даже если супер классное кино, ну, оно как-то, наверное, не заведено, а с другой стороны, люди, ну, на фестивалях, наверное, чувствуют себя просто по-другому, потому что это праздник, ну, как самым словом фестиваль, собственно говоря, в праздник переводится, да, а вот на празднике можно себя вести по-другому, не так, как в обычной ситуации. У меня есть еще вопрос, он, правда, уже касается не Манхэттенского фестиваля, а киноклуба, но чтобы уже завершить тему Манхэттенского фестиваля, где, когда, в котором часу? Да, это очень важная информация, потому что у нас Николаевская публика отличается удивительной какой-то стабильностью представлений. Стоило нам один раз провести в юности фестиваль, и все теперь почему-то считают, что он там должен проходить. У нас, кстати, это был 13-й год, да, когда мы проводили в юности. Это была самая шикарная локация наша, наверное, ну, была самая слабая программа, как ни странно. В этом году это таки в том районе, но напротив юности есть ДК молодежный. Он же ДК «Заря», ДК «Сорокалетие». Просто народ знает его по-разному. Там есть большой такой концертный зал, концертный, поэтому зал, мы городим наш свой экранчик, тот, который 6x4, он достаточно большой, мы его ставим близко к зрителям, потому что у них есть экран, на котором можно проецировать, но он как в глубине сцены, за всякими шторами, и видеть, что там происходит, могут только люди, которые прямо вот так вот сидят. Поэтому мы ставим вот этот наш киноклубный экран, который в этом году обслужил уже и Ани Шаловинской проект вот с кино под акациями, и в сказке он фигурировал, Ролан там с этим экраном по всему городу у нас разъезжал. В общем, теперь вот он снова вернулся в киноклуб, и будем показывать там фестиваль. И это будет в субботу, завтра, 3 октября, в 17:00. Программа длится 126 минут, ну, то есть, как бы, это чуть больше 2 часов, ну, немножко мы скажем приветственное слово, это на то, что люди рассчитывают, ну, то есть, ну, к половине восьмого теоретически все должно завершиться. И, конечно же, мы будем раздавать бюллетени для голосования, что очень важно. Саш, и что касается киноклуба, киноклуб уже в сентябре начал свою работу, и в сентябре программа была посвящена Дон Кихоту. Да. А вот в октябре неожиданная такая штука для меня, во всяком случае, когда я увидела программу киноклуба, киноклуба Reality Shift Cinema, то для меня было неожиданностью. Эта программа построена из фильмов аниме. Угу. Не знаю, даже правильно я сказала или нет. Да, аниме. Ну, в общем, да, фильмы, потому что это полнометражные продукты, да. Они как бы закончены, это не сериальная какая-то штука. Я была уверена, что это для, ну, во-первых, детский продукт аниме, угу. С одной стороны. С другой стороны, аниме это, ну, какая-то такая субкультура, угу. Которая интересует какой-то определенный круг, угу. людей, и все.
Ну да, это стереотипное представление, конечно. Ну, же. Вот ну, я, у меня, я у меня говорю, не было у меня такого вот прямо стереотипного представления об аниме, потому что у нас когда-то в первой еще версии киноклуба, когда у нас было еще такое место арт-холл называлось на Потемкинской, может, вы помните, с красивыми да, расписанными воротами, там было много мест, и мы делали разные проекты. И вот тогда в киноклуб попросился сделать программу Никита Худякова. И он показал два фильма из, вот, это, из разряда аниме. До этого я тоже тренировала аниме, как какие-то сериалы про каких-то девочек, мальчиков, я не знаю, там, Sailor Moon, что-то вот такое. Так как я. Да. Но он показал тогда «Ходячий замок» вот этой студии Гибли, чью ретроспективу мы делаем, собственно говоря, и режиссер Хаяо Миядзаки, он там у них страшно важный. И авторитетный товарищ. Авторитетный, да. И более того, это не то, что он у них прям там в Японии, он во всем мире. Этой студии регулярно какие-то «Оскары» за лучшие мультипликационные фильмы давали, их продукции. Тоже, конечно, там есть разные вещи, что-то более удачное, что-то менее удачное. И еще был «Кошачий суп», но это не этой студии, это такое сюрреалистическое бешеное что-то, я даже не знаю, как это назвать, что более странного продукта, как бы мультипликационного и вообще кинематографического, я, наверное, в жизни не видела. Ну, то есть, как сюрреализм, какое-то такое перетекание форм, какие-то странные образы. В общем, очень странный продукт. Ну, то есть, назвать это детским и, ну, как бы простым или субкультурным, это какое-то высокое искусство, совсем такое уже... Ну, «Ходячий замок», конечно, был попроще, он вообще по книжке снят, британской, правда, писательницы. Но это, я поняла, вот посмотрев несколько этих фильмов японских, они вообще как-то в Японии страшно любят брать какие-то европейские сюжеты, что-то с ними такое вытворять, что едва признаешь. Ну, это да, структурно европейское, но вот как-то оно в их подаче совершенно по-другому выглядит. Форма абсолютно японская, да, получается. Да, и вот как бы развитие истории само какое-то... Вот мы не ожидаем таких поворотов сюжета, мы не ожидаем каких-то таких эмоциональных реакций от авторов. Вот видите, у нас из-за Богдана Старухи пошла как бы такая тенденция попытки понять вот эту азиатскую огромную... Полпланеты, извините, азиаты, как бы, а по населению так и большая часть населения. Как-то надо их понимать, и вот, потому что, наверное, следующей ведущей силой мировой будет все-таки не белая раса, а какая-то другая. И, наверное, это будет именно вот тот Дальний Восток с вот этим странным типом мышления. Надо учиться понимать этих людей. Вот. Ну и я, наверное, говорила когда-то уже о киноклубе, что у нас как бы кураторы имеют право самовыражаться. И вот когда у нас появляется новый человек, поскольку у меня очень сильно обновился состав, собственно говоря, участников киноклуба, куратор, ну, то есть остались мои академические кураторы, такие как Александр Викторович Пранкевич или вот Богдан Староха, вот он у нас уже второй год делает программы из Полтавы, литературовед и, можно сказать, киновед, собственно говоря, потому что человек столько занимается кино, что уже вполне уже может быть киноведом. Вот. Но Максим ушел, Варвара ушла, которые ну, со своим каким-то представлением были, и появился новый человек, вот Виктор Фурок, он интересуется вот японской культурой, японским, ну не кино, а вот именно мультипликацией, действительно пересмотрел просто какие-то тонны всего, и сериалы вот этих полнометражных картин, и человек ну, разбирается, mm-hmm. и в принципе вот он предложил, у меня Максим когда-то, у нас еще есть один Максим по техническим вопросам, он когда-то вот тоже мне предлагал сделать эту программу по аниме, но я помню вот какие-то свои впечатления, не-не, Макс, давай как бы подождем, и он как-то так, ну, более мягкий человек, не очень настойчивый, очевидно, был, как-то меня не доконал, а вот Виктор, он просто я хочу сделать такую программу, я говорю, ну как бы не совсем, говорит, хорошо, я подготовлю, расскажу, что я хочу показать, он мне рассказал по всем фильмам, подвел базу, почему это надо показывать, что это вообще, ну как бы не что-то субкультурное, а реально очень хороший кинопродукт, ну, мультипликационный продукт, и признан мировой общественностью, отмечен всякими премиями, и надо народ с этим знакомить. Ну и как бы я подумала, что поскольку у нас уже есть вот эта азиатская кинотема, то может быть азиатскую тогда и мультипликационную тему тоже можно добавить. Ну, конечно, это да, это что новое для нашего киноклуба, мультики мы никогда не смотрели еще пока. Так что такая инициация, и я думаю, что найдет своего зрителя эта программа да, тоже. Да, вы знаете, как неудивительно, даже киноманы, которые к нам ходят, когда они услышим это показано, столько радости детской и восторга это вызвало. Это только программа пока. Это не сам показ, это программа, а уже такой детский восторг. Что будет после показа? Внутри всех нас живут дети. На самом деле, надо сказать, что там очень специфические истории. Они как бы, ну я бы не сказала, что они прямо так для детей. Они не детские. Я читала синопсисы, и они, в общем, ну не все из них
ориентированы на детскую. Вот только мой сосед Тоторо, но мы решили его показать, потому что это как бы такой брендовый фильм для этого, для этой студии, потому что вот этот Тоторо, он стал их даже, ну, как логотипом, вот это существо, которое они придумали там, хотя это, собственно говоря, такие японские духи леса, то есть они, концепт был, но вот визуальное оформление вот сугубо уже Миядзаки его создал, и вот этот такой, то ли сова, то ли енот, какой-то зверюшка такая. Все, отправляемся открывать для себя мир аниме. Приходите, кстати, и вы. Дякую, дякую, Олександра, і я сподіваюся, що будемо в цій студії говорити ще про різні культурні, мистецькі проєкти, адже насправді рік подій, він тільки розпочався у вересні, життя стає більш жвавим, більш активним, отже, вирушаємо у цікаву країну. Дякую. Ну, а ми з вами продовжуємо нашу програму і до наступної теми. У вересні цього року ювілейний день народження відзначила улюблена газета всіх миколаївців – «Вечірній Ніколаїв». Друзі зібралися привітати улюблене видання в театральному дворику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Нам пощастило бути серед гостей. До речі, я думаю, що серед моїх колег також чимало людей, які підписують і регулярно читають «Вечірній Миколаїв». Ми спілкувалися із друзями, із працівниками редакції. Зараз вам про все розкажемо. Народження нової газети у Миколаєві у 1990 році стало неабиякою подією. До цього медіапростір надійно був зайнятий двома – партійним і комсомольським виданнями. Тож «Вечірній Ніколаїв» став першою газетою, яка дозволила собі розкіш бути не такою, як всі звикли. Это было действительно совершенно новое. Но новое – это всегда ожидание чего-то очень интересного, радостного. И это было. Это был 90-й год, когда есть было нечего. Но говорить можно было почти все. Все говорить не всегда, никогда, вернее, не разрешат и не разрешается. А, ну, существует даже какой-то собственный цензор. А 90-й год – это был год без руля и без ведрил. Газета не могла з'явитися сама по собі. Для її виходу треба було ретельно готуватися. Таміла Бугаєнка, яка в ті роки посідала місце заступника міського голови, під час свого привітання пригадувала, як разом з журналісткою Ніною Шепель вирушила до Києва вибивати кошти для видання. І, як не дивно, вони їх отримали. У нас был редактор Володя Смирнов, отчаянный, открытый, очень смелый и такой человек, который не очень, так сказать, стремился к начальству, так сказать, в хорошие друзья. Вот. И мы работали вообще-то для того, чтобы заработать себе репутацию, заработать себе имя, себе и газете прежде всего. Газета начиналась как социально озабоченное издание. За 25 років свого існування газета «Вечірній Ніколаїв» стала невід'ємною частиною нашого міста, його колективним портретом і літописом. Я с редакцией газеты сотрудничаю профессионально уже 21 год практически. Ну, по роду своей деятельности, могу сказать со всей уверенностью, что эта газета, наша родная и любимая всеми горожанами газета, является настоящим, постоянным, объективным, интереснейшим летописцем нашего замечательного города. За 25 років у світ вийшло понад 3700 номерів газети. З її сторінок миколаївці дізнавалися різні новини. І, як зазначали друзі видання, виходила газета і в чорно-білому, і в кольоровому вигляді, але ніколи не була жовтою. 25 років. Я вам скажу, що приблизно стільки ж і «Новель експерту». Ми починали, стартували практично одновременно. І дружба наша продовжується стільки ж, четверть века.
И мы, отслеживая рейтинг не только «Вечерней Николаева», но вообще средств массовой информации нашего города, неоднократно отмечали, и сегодня можем только подтвердить, что «Вечерний Николаев» является самой читаемой, самой уважаемой николаевской газетой. И что самое важное, среди прочего, мы еще задаем вопрос, насколько вы доверяете информации, которая размещается там в газете или на канале телевидения. Так вот, «Вечерний Николаев» является как раз той газетой, которой николаевцы доверяют больше всех. В історії газети чимало непростих і цікавих буднів, адже були різні часи. Доводилося і жити, і виживати. Ніколи не зраджували собі. Працювали завзято і з великим бажанням. Це добре знали, знають читачі. Від малого до старого. До речі, про малих протягом багатьох років «Вечірка» виходила із додатком – газетою для юних миколаївців «Мальок». Колектив газети завжди брав і бере активну участь у житті міста. Головний редактор газети Володимир Пучков очолює благодійний фонд «Миколаїв-2000», який опікується загальноміською програмою «Людина року, городянин року». Багаторічний незмінний кореспондент Олександр Кремко робить свої персональні виставки. Можна згадати ще і ще. Головне, газету для містян роблять небайдужі містяни. Газета взагалі не може бути, навіть якщо вона називається офіційною, вона... Редакция газеты вообще не должна быть официальной. Это творческие люди, не только журналисты, но и другие работники становятся творческими. Это творческая атмосфера. То есть это не просто контора. Я вот даже, когда мне приносят какое-нибудь письмо, там официальное, говорят, распишитесь в получении там чего-то, я объясняю этим людям, вы не в контору пришли, вы пришли в редакцию, это другое. Як водиться, на день народження були привітання, грамоти і подарунки. Згадали тих колег, кого вже немає. Віддали данину ветеранам вечірки. Адже колектив протягом всього часу існування газети став сім'єю. Вечірка була за ці 25 років. Хотя у нас всегда был, ну, в общем, довольно стабильный коллектив, но естественным каким-то таким путем люди приходили, уходили, находили на другую работу. Это творчество, это поиск. И я затрудняюсь даже подсчитать, сколько журналистов прошло через наш коллектив. И, в общем, мы со всеми, все с нами поддерживаем нормальные, добрые отношения. Наша вечерка в каком-то смысле это еще и кузница кадров была. Ездим и грибы собираем, и на рыбалку выезжаем, и просто любим ездить по нашему краю. Не только Николаевым ограничиваемся. Конечно, это есть, но, понимаете, это... Ну, вспомогательное, что ли. Это помогает журналистам раскрываться и работать. Мы все очень разные на самом деле. И журналисты в «Вечерке» разные. Ваш коллега Александр Топчий когда-то сказал фразу, которая мне понравилась о «Вечерке». Он говорит, вот есть понятие авторское телевидение, а я считаю, что «Вечерка» – это авторская газета, потому что у нас... нет стандарта какого-то. У нас журналисты в основном работали и работают сейчас со своими голосами. То есть их можно узнавать по интонации, по манере, так сказать. Так как я их узнаю, не отрывая головы от компьютера, по шагам. Вот в этом тоже хорошая особенность «Вечерки». Но как семья, конечно, дети разбредаются, расползаются, так сказать. Занимаются своим делом, мы иногда черствеем, там, забываем, потом спохватываемся, виноваты, кидаемся к нашим ветеранам, они приходят к нам, говорят, а мы думали, вы нас забыли уже, не, мы не забыли, мы всех помним, всех любим.
колективі за цей час працювало кілька заслужених журналістів України. П'ятеро чоловік – лауреати загальноміської програми «Людина року», «Городянин року». Все це свідчення не тільки високого професіоналізму, а ще й неабиякої популярності у городян. Це виправдано і заслужено. На День міста вечірка підготувала спецвипуск, власне, до Дня міста і до свого ювілею. На сторінках номеру знайшлося місце не тільки для привітань, їх також чимало, а й для спогадів. Журналісти, яким довелося тут працювати, які пройшли школу вечірнього Ніколаєва, зізнаються. Роки тут – одні із кращих у професійному досвіді і просто у житті. Работали мы весело, работали, это все было новое, все было разрешено, ничего не было запрещено. И я вообще-то это время вспоминаю хорошо, хорошо вспоминаю. Риск был, но лучшие свои какие-то материалы. Я в «Южной правде», конечно, долго работала, около 30 лет, но в «Вечернем Николаеве» були матеріали, дійсно, люди читали. Напередодні ювілею важлива новина надійшла із Києва. Газета відзначена грамотою Верховної Ради України, а її головний редактор – іменним годинником. Сьогодні у нас такий сімейний праздник, я би сказав, тому що у вечірки завжди були традиції в колективі такі добрі, почти сімейні. Вот. І всі, хто приходить к нам в редакцію, вони теж включаються в це і довго потім не розстаються. На честь іменинників лунали вітання, пісні, теплі слова. Навіть танці були. Дитячо-юнацький театр танцю «Ритми планети» імені Василя Бака подарував танець, поставлений на пісню, написану на вірші Володимира Пучкова. Колеги, друзі, меценати, представники влади і бізнесу, творчі люди – всі знають, люблять, цінують «Вечірній Ніколаїв». Газету для всіх і кожного. Відтак можна припустити, у неї попереду ще довге життя. На сьогодні практично все перед закінченням традиційної афіша. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії завершує фестиваль малої сцени. 3 жовтня дивіться виставу «Увага, полтергейст». Вона розпочинається о 17 годині. 4 жовтня також о 17 прем'єра цього сезону «Хоть убійте мене, не помню». Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Тут відкрився наступний сезон і розпочався традиційний для Миколаївської театральної осені фестиваль «Homo Ludens». В його рамках дивіться наступні вистави. 3 жовтня о 17 годині спектакль Кіровоградського академічного обласного українського театру «Моїй мамі 100 років». 4 жовтня вашій увазі – робота Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василька «Місто мого дитинства». Початок о 17 годині. Понеділок, 5 жовтня, 18 година, 30 хвилин. Вистава «Завіщання целомудряного бабніка» Криворізького академічного театру драми та музичної комедії імені Шевченка. У вівторок, 6 жовтня, о 18.30, дивіться спектакль Дніпропетровського молодіжного театру «Вірім». Це класика «Доходне місто». Середа, 7 жовтня, о 18.30, виставу «Ліст ожиданні» вам покаже Одеський академічний руський драматичний театр. У четвер, 8 жовтня, Ніжинський академічний український драматичний театр імені Коцюбинського представляє спектакль «Амор кохано італьяно». Він розпочнеться о 18.30. І у п'ятницю, 9 жовтня, закриття фестивалю «Homo Ludens» – останній конкурсний день. Свою виставу о 18.30 показує Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, прем'єра цього сезону за Євгеном Шварцем «Дракон». Вже 10 жовтня продовжується сезон російської драми. Отже, в суботу дивіться о 17.00 виставу «Гарнір по-французьки». В неділю, так само о 17.00, спектакль «Шикарна свадьба» ілі «День сурка».
Миколаївський обласний театр «Ляльок». Відкриття сезону 3 і 4 жовтня об 11 годині і о 12.30 дивіться прем'єрну виставу «Попелюшка» за Шарлем Перро. 10 жовтня об 11 і 12.30 «Красна шапочка» в стілі джаз. 11 жовтня так само об 11 і 12.30 «Мишкові гулі». В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася виставка відомого миколаївського художника і скульптора, заслуженого діяча мистецтв України Івана Булавицького. Іван Якович – автор скульптури Святого Миколая і гербів Миколаєва і області. Виставка просто блискуча, ви не пожалкуєте. У приміщенні виставкової зали будинку художників 4 жовтня вернісаж Тетяни Купцової. Художниця до свого ювілею підготувала незвичну виставку. Глядач побачить роботи, які раніше не виставлялися, і улюблені картини Тетяни Михайлівни. В муніципальній виставковій залі виставка образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, в якій беруть участь миколаївські заклади освіти. Експозиція присвячена Дню вчителя. В галереї «Наспаський 45» теж новий сезон. І він відкрився виставкою художника із Нового Бугу Геннадія Пономаря. «Пісня предків» – так називається експозиція. Ім'я Геннадія для шанувальників живопису нове, але безумовно стане відкриттям. Завітайте, подивіться самі. Миколаївська обласна філармонія. 4 жовтня в приміщенні Палацу культури УМВС, що на вулиці Великій Морській, 58. Концерт ансамблю народних інструментів «Узори». Він розпочнеться о 14 годині. В програмі класичні і сучасні мелодії. В концерті також беруть участь солісти філармонії. Твори західноєвропейських композиторів 17-18 століть лунатимуть під час концерту органної музики, що відбудеться 11 жовтня о 16 годині 30 хвилин у Римо-католицькому костюлі Святого Йосипа. В ньому ви також почуєте солістів філармонії. Кафе «Філіжанка» запрошує городян на гастрономічний фестиваль. Він триває 3 і 4 жовтня протягом дня. І дорослі, і діти зможуть поласувати смаколиками і знайти щось цікаве для себе. Ще один цікавий осінній і теплий захід – арт-прогулянка. Цього разу вона називається «Із депо в депо». Спаський трамвай вирушає 3 жовтня о 15 годині із трамвайного депо номер 1. Ви можете потрапити на захопливу екскурсію, а по її завершенні послухати вірші наших талановитих земляків у кафе «Депо». Початок читань о 16 годині. Тепер до мистецтва кіно. Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів знову у нашому місті. Перегляд, вхід на який, до речі, вільний, у будинку культури молодіжний 3 жовтня о 17 годині. Кіноклуб «Реаліті Шів Цінема», що в йога-клубі Садхана, у жовтні показує незвичайну програму для особливих шанувальників кіно. Це аніме. Сьогодні термін аніме вже міцно ввійшов в міжнародний лексикон, і всі розуміють, що ця робота або народилася в Японії, або стилізована під японське кіномистецтво. Отже, дивіться, у жовтні кращі класичні фільми в жанрі аніме. 4 жовтня в неділю о 19 годині дивіться стрічку «Мій сусід Тоторо» режисера Хаяо Міядзакі 1988 року. На початку літа, коли яскраво світить сонце, дві сестрички Сацукі і Мей разом з батьком на триколісній вантажівці приїжджають за місто, аби жити тут у старовинному будинку. Але в цьому звичайному на перший погляд селі мешкають незвичайні звірі. Від Мей нічого не приховається, і одного разу вона зустрічається із дивними істотами, цілою родиною Тоторо. В Японії ще існують такі дивні звіри. Мабуть. Це кіно ви зможете передивитися у неділю 4 жовтня о 19 годині у кіноклубі «Реаліті Шів Цінема», що у йога-клубі Садхана. 10 жовтня, в суботу, о 19 годині, можете переглянути історичну драму «Могила світлячків»
1988 року режисера Ісао Такахата. Під час Другої світової війни 17 березня 1945 року японське місто Кобе бомбардувала американська авіація. Внаслідок цього загинуло 8841 мешканець міста. 21% будівель було зруйновано. Ця історія про 14-літнього хлопця Сейте і його 4-річну сестричку, які намагалися у будь-який спосіб вижити в цей страшний час. Це кіно ви можете передивитися у суботу, 10 жовтня о 19 годині у кіноклубі «Реаліті Шіф Цінема», що у юга-клубі Садхана. Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші і відпочивайте змістовно і цікаво. Тепер дійсно все, але перед тим, як попрощатися, хочу ще раз вам нагадати, саме з сьогоднішнього дня, з 2 жовтня в місті відкрився фестиваль «Homo Ludens – людина, яка грає». І до 9 жовтня включно ви можете побачити кращі спектаклі кращих українських театрів. Отже, вирушайте у цю захопливу країну. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам яскравих вражень, добрих спогадів і вірних друзів. Хай щастить, в ефірі побачимось.